Два раза в одном и том же месте. Я тоже уставший был, еле я вздыхал. Бил, знаешь, как открытый, вот так через попал. И смотрю, что-то вот не чувствую, палец. Потом во всем руками перестало. Да, в Ютубе там набери ММА Раменск, выйдет. Вот совхоз. Какой? Совхоз? А там вроде боевой самбо, нет? Не, сейчас ММА там, знаешь, этот, Александр Данков, там, поэт... М1, по-моему, вступал? Да, да, да. М1 и Фатина тоже. Да, 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 я слышал. Вот мы друзья, он там старший тренер. А, он там тренирует? Да, 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 тренирует. А какие они там? Понедельник, среда, пятница. А сколько? Тренировка, ну, как бы, ударка, не ударка, а вторник, четверг, суббота, это спарринг. С 8, ну, вечером, я имею в виду. А, с 8 часов? Да, до 10:30, вот так. Там и качалка открыли рядом, все короче. 2.5 часа? Да. Нормальное дыхание. Это... Ну, там... Это много, конкрет... реально много. У нас полтора часа тренировка, но мы с ребятами еще остаемся, тренируемся. Но опять же, мы после тренировки не вот прям там так, в лайтовом версии. И то тяжело. А вы где-то? Я с Воскресенска приехал. Салам алейкум, братья. Вот у нас маленький рос, он брат таджик. А другой брат азербайджанец. После праздника Рамазан первый тренировка. Так что, ребята, только вот начнем, иншаллах, набрать форму. И братам узбекам, кыргызам. Салам алейкум. Я смотрел «Русский тигр», по-моему. Греппин, да, Sabahın yerine maralama. Sabahın yerine gidip buhar oluyor. Orada. Ağzın kulu koy yerden. Hoppa, cedim işte. Да, нормально. Сейчас скажу, что поработать.